Привет, я Лена. Осень раскрашивает листья в удивительно яркие и красивые цвета. Чтобы сохранить эту красоту, сегодня мы сделаем аппликацию «Павлин». Для этого нам понадобятся листья, пластилин и лист цветного картона. Из листьев формируем хвост павлина. Прикрепляем листья пластилином. Лепим тело павлина. Оно овальной формы. Теперь круглую маленькую головку. Мой павлин готов. А какой павлин получился у вас? Пишите в комментариях. С вами была сказочная мастерская. Еще увидимся. Пока!